Надеюсь, мы стоим, и ничего плохого не случится, тетушка Нермин. Ты чего? Эта тварь довела моего ребенка. Разве мой ребенок мог взять в руки пистолет? Но я покажу ей за это, она заплатит за это. Мы заплатим, заплатим. Для начала нам бы найти Ягуза. Ягуз, послушай, давай помедленнее, а то вдруг опять сердцем плохо станет тебе. Ну уж меня это сейчас волнует, Нора. Не видишь, что делает моя дочь? Она опозорила нас. Но я устрою ей. Сейчас разберемся с этим. Она вернется к своему мужу. Яшар, ради бога, не надо. Ты не лезь в это дело. Дело закрытое. Ягуз. Эйлюль. Это звук выстрелов? Кого-то выстрелили? Что случилось? Ягуз, тетушка Нермин. Сынок, тетушка Нермин. Мой ребенок стал убийцей. Эйлюль. Яшар. Эйлюль, моя дочь, беги. Беги. Не стойте, побежали, побежали. Боже. Тетушка Нермин, послушайте. Может, он стрелял в воздух? Он не навредил себе, тетушка Нермин. Мой Ягуз, вставай, тетушка Нермин. Боже, встань, женщина. Ну же, вставай, тетушка Нермин, вставай. Ягуз, мой сын. Ягуз. 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 Давай. Что случилось? Ты выстрелил в него? Нормально. Эйлюль. Конечно, это вранье. Скажи, что этот человек врет. Почему, Эйлюль? Почему ты пустил этого человека внутрь? Мой сын за тебя станет убийцей. Кстати, если ты скажешь об этом полиции, уничтожу. Отвечай мне, Эйлюль. Почему? Почему, Эйлюль? Ты должна мне объяснить. Ты хотела избавиться от Курая. Почему ты пустила его в дом? Сынок. Ой, ой, тетушка Нермин. Ягуз, тетушка Нермин, мало осталось, ну же вставайте. Ну же, пожалуйста, вставайте. Сынок, не бойся, послушайте, ничего не случилось. Ну же, пойдем. Видишь, нет никаких звуков, пойдем. Не смогла сдержаться. Не смогла выдержать ту жизнь, которую ты мне дал. Я ведь не об этом мечтала, Ягуз. Рядом с нами нет наших семей. Нас никто не поддерживает, у нас нет денег, нищета. Я не вынесла это. Ты бросил меня одну и не понял. Ну, я... допустила ошибку. У меня была ночь, Курайан. Сынок. Мне жаль. Я не должна была так с тобой поступать. Но я не смогла помешать самой себе. Курай здесь ни при чем. Позвала его я. Единственный виноватый человек здесь только я. Поэтому брось этот пистолет. Брось его.
тебе больше не нужно ничего делать для нас. Все кончено. Все кончено, Эгос. Нас с тобой больше нет, понимаешь? Сынок. Стой! Не вздумай, сынок. Не вздумай. Потом ты будешь жалеть об этом.